Боевая мощь России, ракетные войска стратегического назначения. Для жителей Мариэл это и часть жизни, и повод для гордости. С марта у ракетчиков учения, в ходе которых Йошкар-Олинское соединение вновь подтверждает статус одного из лучших в России. Члены Совета Федерации в ходе визита в Мариэл посетили ракетную дивизию. Все подробности в нашем следующем сюжете. Визит сенаторов Верхней палаты российского парламента совпал с учениями одного из ракетных полков Йошкар-Олинского ракетного соединения. Личный состав и техника подразделения были приведены в высшую степень готовности и выведены на маршруты боевого патрулирования. В общей сложности подразделения полка отрабатывают несколько десятков вводных. Они направлены как на изучение возможностей полка, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами, так и на сохранение боеспособности в различных условиях обстановки. Сенаторы оценили не только боевую выучку бойцов и командиров, но и высоко оценили те условия, в которых они сейчас несут службу. Вот мы сегодня здесь побывали, спросили прапорщика, майора, как он обеспечен жильем. Майор получил по ипотеке полностью жилье, прапорщик в ипотеке, уже живет в этой квартире, и родина за него заплатила, за него рассчиталась. Поэтому, разве это плохо? Когда офицер, когда военнослужащий знает, что у него тылы прикрыты, и он готов выполнить любую поставленную задачу руководством страны, командующим РВСН по решению тех или иных вопросов. Сенатор отметил также очень высокий уровень всего оборонного комплекса республики. И здесь речь идет не только о дивизии или об отдельно взятом предприятии, а об общей организации этой работы на конкретных примерах. Я вижу, что на самом деле эти предприятия сами суперсовременные, суперсовершенные, готовы выполнить не только те задачи, которые сейчас стоят перед ними по ГОЗу, но и на будущее. У них огромнейший потенциал с тем оборудованием, с теми людьми, подготовленными, обученными, с теми конструкторами. Мы решим любую проблему. Экономический потенциал республики позволяет в полном объеме решать поставленные злободневные задачи. И очередной контрольный срез, сделанный представителями Верхней палаты российского парламента, доказал, что Мариэл во всех отраслях своего развития движется в правильном направлении.